Здравствуйте. Сегодня вторник, 28 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Российские войска, несмотря на большие потери, проникли в Авдеевскую промзону. Положение подразделений ВСУ там очень сложное. Режим прекращения огня в Газе продлен на 2 дня. Израиль и Хамас намерены продолжать обмен израильских заложников на палестинских заключенных из израильских тюрем. Правящая партия Грузии отказалась рассматривать предложенный оппозицией законопроект о введении въездных виз для россиян. Также сегодня. Но вы этого должны желать. А не я вас должен, как учитель маленьких детей, учить. Вы платите цену за происходящее такую, что если вы не поняли, что с вами происходит, тогда разговаривать нам сегодня на эту тему нечего. Григорий Явлинский объяснил, при каких условиях согласиться на участие в выборах президента России в будущем году. Ураганный ветер в Одесской области, в аннексированном Крыму и в южных регионах России уже привел к гибели почти 1,5 десятков человек, к значительным разрушениям и нарушениям в электроснабжении. Но одним из последствий урагана стало и временное прекращение обстрелов Одесской области со стороны России, а также атак российских беспилотников. Зато ожесточенные бои за Авдеевку в Донецкой области продолжаются, и, как признают представители вооруженных сил Украины, российским войскам удалось проникнуть в укрепленную Авдеевскую промзону, пусть и ценой больших потерь. В результате украинские подразделения на Авдеевском направлении оказались в критическом положении. Вот что рассказывает украинский военный эксперт, ветеран антитеррористической операции Евгений Дикий. Для меня очевидно, что зайти в промзону и взять промзону, между этими событиями может быть достаточно большое временное расстояние, а в общем-то второе может и не произойти. Но сам факт, что бои переместились с окраины промзоны внутрь промзоны, это несомненно достижение русских. И ситуация для нас складывается, честно говоря, достаточно нехорошая. Второй вопрос – цена вопроса. То есть фактически они сейчас берут Авдеевку тем же, скажем, проверенным методом, которым до этого уже брали Солидар и Бахмут. И этот метод по-простому называется мясные штурмы. То есть именно волна за волной идет пехота. Первую волну кладут, вторую кладут, третью кладут, а четвертая заходит. То есть потери просто, ну, неадекватные, честно говоря. Но факт тот, что это работает. То есть, имея достаточное количество вот этой вот обреченной мясной пехоты, а, кстати, не случайно именно на Авдеевку сейчас бросили, в частности, помимо всего остального, но, в частности, именно туда сейчас перебросили все, по крайней мере, известные нам подразделения «Шторм-Z». Вот так вот, сейчас вот этими самыми «Шторм-Z»овцами и другими солдатами, в том числе буквально уже последними так называемыми ополченцами ЛНР-ДНР, они уже реально кончаются, то есть ими засыпают буквально Авдеевскую промзону, но проблема-то в том, что мы столкнулись, похоже, с дефицитом живой силы, то есть наших защитников просто физически не хватает по количеству, чтобы сдерживать эти мясные штурмы. Поэтому действительно факт, что русские уже прорвались в промзону, бои идут именно внутри нее, они там идут буквально вот за, скажем, ну, не то что квартал, за каждое крупное сооружение они там идут, но вот так вот постепенно огрызаясь, мы там действительно по чуть-чуть отступаем. И честно говоря, при таком количественном соотношении, если оно существенно не изменится, но я не исключаю, что за довольно короткое условно время, то есть, возможно, неделя-две, возможно, действительно из Авдеевки придется уходить. Ну, альтернатива – это бросить туда какие-то серьезные подкрепления, но тоже вопрос, а, собственно, за счет чего их бросить? Прекратить атаковать Токмак или забрать людей из плацдарма на левом берегу Днепра? Ну, тоже очень такие решения. Ну, тем более, даже не обсуждается, чтобы, скажем, оголить оборону на Купянском направлении. То есть мы действительно просто столкнулись с дефицитом, скажем, бойцов, и отражать мясные штурмы, когда, ну, буквально на одного нашего бойца приходится минимум 5 русских, а то и до 10, это действительно становится очень трудно. Промка устояла в 14-м, именно по ней тогда прошла линия разграничения по Минским соглашениям, и это единственная часть вот той старой линии разграничения, которая до сих пор остается линией фронта. На всех остальных участках старая линия разграничения, ну, в первые же недели была прорвана русскими войсками, то есть еще весной прошлого года, и только Авдеевская промка тогда устояла. А вот сейчас она, честно говоря, под большой угрозой. Они уже простреливают трассу, по которой идет снабжение, собственно, города и промки.
фронте. С такой же простреливаемой трассой Бахмут мы еще держали месяца 4, вот после того, как трасса оказалась под огнем. Поэтому это еще не окружение. Вот, собственно, основные два неприятных момента. Тот, с которого мы начали, то есть то, что бои переместились внутрь промзоны. И то, что еще до этого, на самом деле еще на прошлой неделе, русские смогли прорваться примерно на 5 километров к северу от города и оттуда уже взяли под огневой контроль проходящую в город трассу. То есть, ну, чтобы вы правильно понимали, трасса работает, снабжение ввозит, раненые вывозятся, но это делается по ночам в таком, можно сказать, экстремальном режиме. Мы уже не можем себе позволить те 8 тысяч снарядов в сутки, которые использовали на пике наступления, и это для нас был вообще максимум за всю войну. Ну, для сравнения, русская сторона прошлым летом использовала 60 тысяч снарядов за сутки, а в этом году у них норма 20 тысяч снарядов за сутки на весь фронт, и они кричат про снарядный голод. Вот у нас на пике наступления максимум был 8 тысяч, сейчас эту норму пришлось снизить после начала конфликта в Израиле, но все-таки говорить о том, что совсем нечем стрелять, нет, ситуация не такая. Как ни странно, действительно в большем дефиците сейчас именно бойцы. Вообще, если очень так обобщать, вы понимаете, что любое обобщение, оно всегда очень грубое. Вот оно всегда только так вот широким мазком показывает ситуацию. Но если очень обобщать, то можно сказать, что суть проблем это нашего летне-осеннего наступления. Нам сначала очень медленно доезжало железо, а пока железо доехало от союзников в достаточно, скажем, значимом количестве, вот за это время уже пошли проблемы с личным составом. Это был украинский военный эксперт Евгений Дикий. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». А Израиль и Хамас через посредников договорились о продлении как минимум на 2 дня действующего режима прекращения огня. В рамках этой договоренности Хамас обещал освободить еще не менее 20 израильских заложников, по 10 в день. Израиль обязался в ответ освобождать из своих тюрем по 30 палестинских заключенных. Первоначальное соглашение о прекращении огня было рассчитано на 4 дня. Оно истекло вчера. Моя собеседница – израильская журналистка и писатель Алла Борисова. Мы с вами беседовали, я помню, буквально на 3-й день войны, и тогда обсуждали уже судьбу заложников, то, как Израиль относится к жизням своих граждан. Сейчас, по прошествии почти 2 месяцев, начался процесс освобождения заложников. Последние дни нет боевых действий, хотя в то же время мы понимаем, что большая часть захваченных 7 октября заложников еще остается в руках Хамас. Все-таки как-то изменились настроения в израильском обществе? У меня личное ощущение, хотя я, конечно, смотрю издалека, со стороны, что как-то трудно себе представить, что вот сейчас этот процесс обмена закончится и опять начнутся жесткие боевые действия. Вот насколько такое впечатление, еще раз подчеркну, со стороны, насколько оно отвечает реальности? На самом деле сказать и предугадать что-то, предвосхитить события сейчас настолько сложно, что все наши рассуждения, они будут из области, конечно, такой, ну вот, как нам кажется сейчас, да, на самом деле все может измениться в любой день, в любую минуту, потому что даже на протяжении вот этих дней, когда отдавали заложников, каждый день это была ужасная нервотрепка, потому что каждый день казалось, что все может не получиться. И тому были причины. Они откладывали, они согласовывали списки, они говорили, что не хотят отдавать там матерей с детьми. Вот я это все говорю, это все звучит как из фильмов ужасов, да, но это на самом деле сейчас наша реальность. Вот 3 дня этих качелей, когда в конце концов все-таки все получилось, и вот если бы этот последний 3-й день не закончился тем, что заложников бы передали, то военные действия, безусловно, бы начались. В этом я абсолютно уверена. Потому что армия там стоит, все настроены, и те, кто руководит сейчас войной, военный кабинет, все настроены очень решительно. Так что в этом смысле я думаю, что Хамас прекрасно понимает, что нарушение условий вот этой сделки, безусловно, привели бы к началу военных действий. И именно поэтому удалось продлить, собственно, да, эту сделку еще на 2 дня и получить, соответственно, еще 20 человек сегодня и завтра. И вот уже завтра, наверное, мне так кажется, к концу вот этой всей ситуации будет ясно, что произойдет дальше.
потому что вот эти переговоры, они действительно очень трудные и очень жесткие. Не случайно к нам сейчас приехала делегация из Катара, вот снова прилетела, которая, собственно, участвует в основном вот в этих переговорах, ну, с участием Египта также. Но ситуация очень сложная, потому что еще не всех и женщин с детьми отдали, да, вот если говорить о детях, то там еще 9 человек осталось. Причем Хамас манипулирует этой ситуацией, скажем, сообщает, что он не может найти всех. 7 октября, конечно, происходили страшные вещи, и эти люди могли быть захвачены вообще первым встречным, который пролез через эти дырки в заборе. Да? Поэтому, да, может быть, кого-то они не могут найти. А совершенно ужасная ситуация вот с этими двумя малышами семьи Бибас, где младшему 10 месяцев, и вот на протяжении уже 4 дней передачи заложников мы не видим этой семьи среди групп, которые возвращаются. Поэтому, что касается настроений в обществе, у нас общество разделено, как вы понимаете, разделено оно очень полярно. Есть люди, которые считают, что вообще никаких переговоров вести с ними нельзя было. Даже до такого доходит, что надо было воевать, надо было отбивать заложников только военным путем и никак иначе. Они, собственно, эти люди продолжают говорить то же самое. Но, конечно, очень большое влияние семей заложников, огромное. Они подняли, ну, как в Израиле вообще очень активное общество, да, они подняли огромную волну сопротивления. И к ним присоединились очень многие, может быть, более здравомыслящие, как мне кажется, люди, которые все-таки требуют продолжать разговоры, продолжать вытаскивать людей по мере возможности. Но мне кажется, это закончится, к сожалению, мне так кажется, это закончится на красной линии, которая последует, когда дело будет касаться уже солдат, военнослужащих. Тоже мальчиков и девочек, собственно, среди них много очень юных людей, да, которых Хамас отдавать не захочет на тех основаниях, на которых это сейчас происходит. И будут уже другие требования. И вот тут Израиль может на эти требования не пойти. И тогда, возможно, военные действия возобновятся, так мне кажется. Сейчас продлили режим прекращения огня на 2 дня. Будет ли еще дальше продлеваться этот режим? Возможно. Я думаю, что вот эти 2 дня они будут пытаться, наши будут пытаться вытаскивать женщин и детей по мере возможности, да. А дальше, может быть, пойдет речь уже об отцах, которые там остались. Потому что, вот, например, тех, кого обменяли вчера, которых привезли вчера, почти у всех остались мужчины в заложниках. То есть отцы там. Ну, братья остались в заложниках. Это не военные, это не солдаты, а это вот люди там, скажем, в районе 50 лет, предположим. Я думаю, что вот этих людей тоже будут пытаться вытаскивать и продлевать эти дни перемирия, мне так кажется. И по вашим оценкам, все-таки вот те, кто настроен на продолжение активных боевых действий, невзирая на судьбу заложников, это значительная часть общества? Ну, вообще, мысль о том, что продолжать военные действия надо, она практически существует. В этом есть некий консенсус в обществе. Я бы даже сказала, что как бы запроса на то, что все сейчас прекращаем, в обществе нет. Потому что уже погибли десятки наших солдат, прекрасных, молодых, полных сил. И, конечно, общество не может не видеть этого. То есть какой кровью уже было оплачено то, что сделала армия в Газе. И вот на этой точке остановиться мало кто готов. Так что, ну, конечно, вот такая ультраправая позиция, я бы так сказала, ну, там, закатать Газу в асфальт, там, да, вот это все. Конечно, этой позиции придерживается все-таки определенная часть, не большая часть общества, конечно. То есть я могу сказать, что сейчас, поскольку общество наше всегда было разделено на условно правых и левых, потому что я уже говорила когда-то, что левые в израильском понимании — это не совсем левые в европейском понимании слова, да, но вот это условное разделение, оно, конечно, существует по-прежнему, но обе эти стороны стали сдвигаться к центру. И именно поэтому, скажем, когда идут опросы, то мы видим, что партия Нетаньяху, Ликуд, например, теряет очень сильно, и сейчас, вот, если бы происходили выборы, она бы не была избрана, безусловно. А партия вот такого центра, государственный лагерь, она как раз набирает. Это такая вот средняя партия, куда стекаются и те, кто были иногда в левом лагере, и те, кто недовольны деятельностью правого лагеря.
Моей собеседницей была израильская журналистка и писатель Алла Борисова. Израиль посетил американский предприниматель, владелец социальной сети X, это бывший Twitter, Илон Маск. Поездка прошла на фоне недавних обвинений в антисемитизме в адрес Маска. Поводом стал пост одного из пользователей сети X, в котором говорилось, что еврейские сообщества якобы продвигают в отношении белых людей такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении самих себя. Маск согласился с этим высказыванием. После этого сотрудничество с социальной сетью X приостановили крупнейшие рекламодатели, такие как Apple, Walt Disney, IBM, Sony Pictures и другие. И вот что сказал Илон Маск во время встречи в Иерусалиме с президентом Израиля Исааком Герцогом. Пропаганда обрабатывала этих людей с детства, и просто поразительно, на что способны люди после стольких лет лживой пропаганды. Они могут считать, что убийство невинных людей — это хорошо. Настолько пропаганда может влиять на сознание людей. Это был предприниматель Илон Маск, и вот что ответил на эти слова президент Израиля. Нас просто захлестывают волны антисемитизма, ненависти к евреям. А ненависть к евреям влияет на поведение людей в самых разных странах мира. От вас сейчас очень многое зависит. Я считаю, что мы должны бороться против этого вместе, потому что платформы, которыми вы управляете, к сожалению, часто являются прибежищем для тех, кто распространяет ненависть. В том числе и ненависть к евреям, антисемитизм. Я полагаю, что мы должны обсудить, как двигаться вперед, как бороться с этой ненавистью, чтобы сделать мир лучше и безопаснее. Говорил президент Израиля Исаак Герцог. Маск также пообщался с родственниками израильских заложников и встретился с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху, с которым посетил приграничный с сектором Газа кибуц Кфар-Аза, на который 7 октября напали джихадисты. Маск пообещал направить часть доходов социальной сети X на гуманитарные нужды Израиля и жителей сектора Газа, чье положение остается отчаянным. Об этом в интервью телеканалу «Настоящее время» рассказала посетившая лично лагерь беженцев на юге сектора Газа пресс-секретарь агентства ООН по делам палестинских беженцев Джульетта Тума. В наших приютах в Газе в настоящее время находится 1 миллион палестинцев и перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть свои дома. Это по всему сектору Газа, то есть и на севере, и в средних районах, и на юге. Наши команды работают без перерыва, чтобы оказать помощь, и мы перегружены. Мы призываем к долгосрочному гуманитарному прекращению огня и к увеличению потока гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа, потому что того, что мы получали до сих пор недостаточно. Потому что условия просто ужасающие. Я имею в виду, сектор Газа истощен. Приют, который мы посетили, был просто полон грязи и сточных вод. Люди буквально друг у друга на головах. Там тесно, не хватает самого элементарного – матрасов, одеял, чистящих средств, гигиены. И это лишь вопрос времени, когда люди начнут внезапно умирать в результате такой осады из-за нехватки предметов первой необходимости и элементарной помощи. Смотрите, все магазины, мимо которых мы проезжали, все аптеки, все это было закрыто. Таким образом, необходимо некоторое пополнение основных запасов, чтобы частный сектор также снова встал на ноги, чтобы у них было достаточно запасов, включая лекарства и другие основные товары, чтобы люди могли покупать и использовать их в дополнение к гуманитарной помощи. И топливо. Топливо абсолютно необходимо. Это была пресс-секретарь агентства ООН по делам палестинских беженцев Джульетта Тума. В ответ на просьбу прокомментировать сообщение о том, что целый ряд сотрудников агентства по делам палестинских беженцев сотрудничает с признанной в США и ЕС террористической организацией группировкой «Хамас» и не скрывал радости по поводу результатов нападения на Израиль 7 октября, а в спонсируемых ООН школах в Газе детей учат ненавидеть евреев, Джульетта Тума сказала, что такие обвинения тщательно расследуются. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 28 ноября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский.
Приговоренный к 25 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене Владимир Карамурза сегодня по видеосвязи предстал перед судом, рассматривающий иск Минюста о якобы непредоставлении им сведений, связанных со статусом иностранного агента. Каким образом, находясь уже давно под стражей, Карамурза мог предоставить эти сведения, Министерство юстиции не пояснило. На суде Карамурза был в оранжевой робе, похожей, как он сам сказал, на костюм захваченного боевика ИГИЛ. Владимир выглядел бодро и извинился за то, что не может вовремя отвечать на письма, которые получает. Полтора часа в день только дают бумагу и ручку, и вы эти полтора часа должны пихнуть всю работу, которая у вас есть за день. Я понимаю, что это понятно. Я прошу прощения, что я медленно отвечаю на письма. Но вот попробуйте вот так один день всю работу впихнуть полтора часа, посмотрим, как быстро будете отвечать. Так что, да, простите, пожалуйста, но ничего не могу поделать. Для пишущего творческого человека это пытка, когда вот так. Ну что делать, такой правильный день, ничего не могу поделать. Николай Гаврилов Чернышевский, Петропавловской крепости, что делать, написал. А Милюков очень по истории культуры писал в петербургской следственной тюрьме. Но, к счастью, для них у них не было распорядка дня утвержденного учреждения. Так что, как есть. Это был Владимир Карамурза. Сразу несколько заявлений по поводу предстоящих президентских выборов сделали сегодня потенциальные кандидаты в президенты, а также представители партий, которые могут таких кандидатов выдвинуть. В частности, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, проходя мимо журналистов, высказался довольно загадочно, дав понять, что на выборы его партия пойдет большой командой. На выборы один с командой, да? Да. Конечно, мы все сказали, команда большой. Командой пойдем. Большой, серьезный. А первая фамилия какая будет? Ну, это народ решает. Это народ решает. Это был лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Судя по словам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, для либеральных демократов ориентиром будут результаты декабрьского съезда, правящей сейчас в России партии «Единая Россия». Как ядро проведет, следующее мы. 17-го они, 18-го подождем, 19-го мы проведем. Ну а руководитель демократической партии «Яблоко» Григорий Явлинский, ранее заявлявший, что пойдет на выборы, если в его поддержку будет собрано не менее 10 миллионов подписей, в специальном видео, опубликованном сегодня в его YouTube-канале, прояснил свою позицию по поводу возможного участия в президентской гонке. Следует отметить, что Явлинский оговорился, что хорошо понимает, что представляют собой выборы в современной России, но подчеркнул ответственность тех, кто выступает против продолжения войны в Украине. Давайте его послушаем. Повлиять на ситуацию может только кандидат, за спиной которого будет, там, скажем, 30 миллионов, когда у нас 100 миллионов избирателей. Я исхожу из того, что на данный момент ответственность этих людей огромна. Очень большая ответственность. И мы с ними равны. Никто никому не должен служить. Мне не нужно, чтобы они мне служили. И я не должен им служить. У нас общие интересы, они связаны с будущим. Если они хотят, пускай участвуют в этом. Если они не хотят, пускай они не участвуют. Вот и все. Это к ним теперь вопрос. Это их вопрос. Это вопрос нашего народа. Потому что все ясно. Если 25% хочет, чтобы прекратилась война, а там так написано в «Коммерсанте», ну пускай 25% выдвигают своего кандидата на этих выборах, добиваются, чтобы он участвовал, и добиваются того, чтобы они могли голосовать. Вы предлагайте, а мы для вас будем работать. А мы готовы жизнью пожертвовать ради вас, но вы этого должны желать. А не я вас должен, как учитель маленьких детей, учить. Все кончено с этим. Вот вы платите цену за происходящее такую, что если вы не поняли, что с вами происходит, и за что вы платите, и как вы будете платить, тогда разговаривать нам сегодня на эту тему нечего. Это был фрагмент сегодняшнего заявления руководителя партии «Яблоко» Григория Явлинского по поводу возможности его участия в президентских выборах в России в будущем году. Время свободы. Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» отказалась даже рассматривать подготовленный оппозицией законопроект под названием «Акт о защите Грузии», предусматривающий введение визовых и других ограничений для российских граждан, поселившихся в Грузии после начала полномасштабной агрессии России против Украины. С подробностями наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Акт о защите Грузии подготовлен парламентской партией «ЛЕЛО» и полностью поддержан оппозицией, в том числе крупнейшей оппозиционной партией «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили. Законопроект предусматривает, в первую очередь,
Введение визового режима для россиян. Как известно, граждане России могут приезжать без визы и жить в кавказской стране в течение года. Согласно местному закону, они не обязаны регистрироваться, то есть могут жить, обладая статусом туристов, а это очень удобно для многих россиян. Согласно законопроекту Лайло, россияне должны получить визу, а после выдачи им визы они смогут жить в стране лишь 3 месяца в течение 180-дневного периода, как принято в Шенгенской зоне. Кроме того, законопроект запрещал гражданам России приобретать недвижимое имущество в Грузии и заниматься бизнесом. Согласно акту о защите Грузии, все прямые рейсы из России должны быть также запрещены. Обсуждение инициативы Лело вызвало бурную дискуссию на заседании бюро парламента. Депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» отмечали, что принятие такого акта означало бы введение санкций против России. А Грузия не вводила против Москвы и российских граждан никаких национальных санкций с февраля 2022 года, когда в Украине началась военная операция российской армии. В ответ, с мая текущего года президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и разрешил прямые авиарейсы. Грузинская оппозиция не рассчитывала на то, что парламентское большинство от правящей партии проголосует за акт о защите Грузии, но явно добивалась рассмотрения вопроса в ходе пленарного заседания с трансляцией на всю страну. Однако власти отказались даже выносить вопрос на обсуждение, сославшись, что интересно, на негативное заключение бюджетного офиса парламента. То есть, по мнению парламентских финансистов, принятие акта могло нанести ущерб бюджету страны. Не все в грузинском экспертном сообществе считают целесообразное предложение оппозиционной партии Лело. Например, профессор Тбилисского института общественных дел Торнике Шарашенидзе уверен, что эта партия спекулирует на теме российско-грузинских отношений. Ну, ничего особенного. Может быть, Москва бы ввела бы кое-какие санкции, например, на грузинское вино, как это уже мы не раз видели, конечно, да. Наверное, бы и рейсы тоже отменила. Это не исключено. Это, конечно, нанесло бы серьезный удар по грузинской экономике. А что касается Лело, ну, понятно, оппозиция, она сейчас спекулирует на разные темы. Вообще ничего. Отметил профессор Шарашенидзе. После широкомасштабного вторжения России в Украину десятки тысяч россиян поселились в Грузии. Денежные перечисления из России в Грузию выросли в 10 раз. Россияне приобрели тысячи квартир и земельных участков, открыли множество индивидуальных предприятий, создав рабочие места и обеспечив стране двузначный экономический рост. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси. Ну и последнее на сегодня, показавшаяся мне забавной новость спорта. В Африканской лиге чемпионов клуб из Ботсваны Ванинг Гелакси сенсационно обыграл знаменитый марокканский Видад, хотя всего 20% игрового времени владел мячом. Перед началом игры игроки Ванинг Гелакси провели странный ритуал у углового флажка, что дало повод одному из журналистов спросить у тренера команды Марены Ромариболи, не пользовался ли его клуб колдовскими ритуалами. Хотите сказать, что мы победили только благодаря черной магии, вскипел тренер, не надо нас настолько не уважать. Оцените, с какой страстью это было сказано. Now you're undermining me. You are saying we won because of black magic. Don't disrespect us. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов. Наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода».